раннего утра на избирательных участках жилого района Волгарь в Самаре оживленно. Многие приходят с семьями, делятся. Начать этот воскресный день решили с самого важного. А таких, как мы, я думаю, не зависит будущее наше. Поэтому, если больше людей придет на выборы, что-то действительно будет лучше. Ну, потому что, если придут единицы, то что? Должны все приходить. Мы всегда ждем хорошего от жизни. Учатся, благоустройство в городе, там... Что ждут люди? Власть на местах, она должна решать насущные проблемы граждан. Мы надеемся, что наша власть будет решать наши проблемы. В утренние часы привык голосовать и председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Он отметил, сегодня для Самары день исторически значимый. В день рождения города жители выбирают самую народную власть. За последние 25 лет впервые избираем местную власть. Это та власть, которая должна быть действительно по делам, самой близкой властью к людям. Именно эта власть определит дальнейшую перспективу и развитие каждой отдельно взятой территории и в целом города Самары. Как отмечают в участковой избирательной комиссии, активность жителей высокая. Причем около 100 человек с этого избирательного участка, которые не смогут сегодня прийти на выборы, уже проголосовали заранее. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.